Привет всем, это канал Hot Sam. Перед вами секатор Fiskars, который я приобрел в качестве подготовки к весенним садовым работам. Это бюджетная модель секатора, так сказать, любительский. Называется Fiskars Single Step, стоимостью около $10. Существуют два вида секатора в этой модели. Есть плоскостные, есть контактные. Перед вами секатор плоскостной. В чем разница между ними? Этот секатор плоскостной предназначен для обрезки живых веток, а контактный он больше предназначен для обрезки более таких сухих веток и более прочных. Ну а визуально они отличаются формой лезвий. В плоскостном секаторе лезвия устроены как в обычных ножницах, ну а в контактных там лезвие, верхнее лезвие острое, а нижнее просто как площадочка, к которому остро режет ветку. Ну и так, что касается нашего секатора, он упакован в оригинальную упаковку, на которой написаны все его преимущества. Видите, таким вот саморезиком вкручен прям в секатор, который вкручен прямо в секатор, держится вся эта упаковка. Посмотрим, что же написано из самых его преимуществ главных. Первое — это то, что у него имеется тефлоновое покрытие на лезвии. Второе — это то, что он может резать ветки диаметром до 22 мм. Ну и третье — это то, что он предназначен как для правшей, так и для левшей. То есть удобно будет работать им всем людям. Ну и наконец сам секатор. Он имеет защелку, видите, вот с двух сторон. Это то, о чем я только что говорил. Его можно открыть как левой рукой, так, если я возьму секатор в правую, так же самое удобно открывается. Ручки пластиковые, удобные. Они не прорезиненные. Имеется в ручке вот отверстие для ремешка какого-нибудь. Ну и одна из основных достоинств Fiskars — это тефлоновое покрытие ножа, лезвия. С нижней, получается, не покрыто тефлоном. Верхняя покрыта. Ну, вот такой вот секатор. В принципе, больше о нем говорить нечего. Его нужно только испытать в работе, но так как сейчас зима и не сезон, поэтому я подожду до весны и обязательно сделаю сравнительный обзор с обыкновенным секатором советского образца, который работает по такому же принципу. Ну, тогда уже будет что сказать именно о его качествах, именно рабочих. Спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео.